Привет всем! Собираемся мы поехать на зимнюю рыбалку и решили заранее подготовить снасти, а точнее одну конкретную снасть. Мы ее использовали уже в летнем Мормышинге, мы ее назвали Мормодроп. Эта снасть состоит из двух крючков, точнее из одного крючочка и мормышки, которая висит на конце нашей лески. Вот обычная балалаечка, да, я подготовил заранее, сейчас мы все сделаем. Первым действием мы берем маленький крючочек, вот он. Мы его вставляем вот так, чтобы он у нас смотрел вверх. Так, сейчас мы его пока отложим. И вторым делом мы закрепляем нашу самодельную мормышку. Мормышку, о которой мы много раз говорили и не перестаем рассказывать, потому что тема действительно интересная. И за наконец нашей лески привязываем мормышечку. Так. Сейчас мы ее привяжем. Каким узлом? Ну, привяжем клинчем. Ничего нового. Все тот же. Ну, узел. Простите, друзья, леска слишком тонкая, чтобы прям узел. Хорошо все видеть. Да, леска тонкая, мы до этого все время показывали. Да, мы 10 раз это показывали. Показывали все время на толстом шнуре, но вот сейчас уже... Кто хочет увидеть на толстом шнуре, пожалуйста, на нашем канале. Так, есть мормышечку видео. Я привязал, сейчас мы лишний кончик отрежем. Да, леска такая тонкая, что я со своими прекрасными глазами не вижу. И теперь возвращаемся к нашему... крючочку, вот, который я до этого, да, вверх оставил его. И привязываем его чуть-чуть выше, чем вот эта мормышка. Привязываем тоже узел, мы об этом рассказывали, об узле, который используется для привязки подобных крючочков. Сейчас мы все сделаем. Так, 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 надо только ручки. Вот, сформировали мы. Телечку. Сейчас мы. В общем, кто не очень хорошо видит, может посмотреть варианты узлов на нашем канале. Но если говорить в общем, то смысл в том, что у нас получается крючочек наверху, да, крючочек. И мормышечка внизу. И теперь этот крючочек несколько раз оборачиваем вокруг двойной нашей лески. Все обернули, удерживая крючочек, затягиваем наш узелок. Так, 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 затягиваем, затягиваем, затягиваем. Все, мы его более-менее затянули, он смотрит строго вверх. Собственно говоря, теперь наша снасть готова. И остается только на эту снасть установить приманку. Ну вот, например, я вот для примера возьму вот такие вот две силиконовые приманки. Видно, не видно, вот они, две силиконовые приманки. Вот на верхней мы поставим, например, вот такую. Вот он, да? На нижнюю пока поставим вот такую силиконовую приманочку. Но в дальнейшем попробуем и с живой насадкой. Снасть, которую мы летом называли в летнем Мормышинге Мормодроп, она готова. Теперь мы будем испытывать ее на зимней рыбалке. Если видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем удачи на рыбалках!